Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Metro 2033, продолжаем проходить эту игру. О, мы тут можем что-то купить. Тюнинг. Вот этот дробовик немного меня напрягает. Он какой-то... Я не знаю, ребята, пускай он будет или можно его на какой-то другой поменять. ЛЦУ, приклад, вот это все у нас уже есть. А если, например, обменять, что тут есть? Отличное оружие. Вот этот дробаш, мне он как-то кажется, что он больше будет. Берешь и стреляешь. Точно скорострельный дробовик, великолепен как на средней дистанции, так и в ближнем бою. Вот, однако перезарядка его занимает довольно много времени. Но то, что вот этот дробовик, который у нас есть, он стреляет два раза, но каждый раз по два патрона, то есть более убойная сила. Этот вроде дробаш стреляет пять раз подряд, то есть не так часто нужно перезаряжаться, но как тут написано, его перезарядка занимает долгое время, поэтому... Ладно, пускай у нас будет вот этот, который у нас есть. А вот этот калаш, нам бы калаш тоже немного тюнигнуть, но глушитель нам нафиг не нужен, ЛЦУ тоже... Увеличенный магазин нужен. Вот это дело. И вот эта хрень. Это пускай будет вот это, а вот тут ЛЦУ и что? Герметичный клапан. Воздушный баллон с клапаном до военного производства не стравливает воздух даже при избыточном давлении. Сколько там не хватает нам? Мы можем что-то продать вот этому чуваку. Продаем, покупаем. Что нам продать можно? Ножички, граната Эш. Разносит цель в клочья. Бабах! Нет человека и нет проблемы. Продать. И до пяти досчитать не успеешь. Разносит цель в клочья. Бабах! Вот эту нет хрень. И нет проблемы. Тюнинг? Да. Ладно, не хватает, не хватает, ребята. В принципе, ну, давайте потопали мы дальше. Проходите. Че, пропустите, нет? Ух, охрененное место, так... Каш прям мне нравится тут, что мы сейчас наружу выйдем, да? Сразу давайте противогаз еще одеть, еще нельзя. Ладно. Я помню, эта миссия на оружие, она действительно такая более... Ну, как более? Она такая тяжеловатая. Я помню, я ее проходил долго, потому что... Там много людей, которые... Которые... Ну, просто тут сейчас куча людей будет. Я снова поднимался наверх. В холодные, липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада. Но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис. Тут куча домов будет. В куче домов будет куча фашистов. Ну, просто эта миссия... Да, вот это вот та миссия. Нам сейчас нужно подбираться, перепрыгивать. Вот это такая миссия, где их действительно просто какая-то куча. Дайте, кроме летучей мыши. Давай, идем один за другим. Это я не очень люблю эту миссию. Воу! Это у меня уже стреляют. Откуда? Вот откуда. Одного убили. Потери! У нас потери! Нельзя не потери! Так. Патрончиков не очень много осталось. Ни хрена себе увеличенный магазин купили мы так нормально. 46 патронов. Это нормально, не так уж и... Оу! Не так уж и часто Хотя, где ты... Так кто там меня сбоку стреляет? Чё-то я никак допереть не могу. Вот там. Вот. Так, ну чё? Мы его убили или он... Нет, убили. Так, патрончиков насобирали, можно подниматься. Эта миссия действительно такая, можно сказать, сложноватая. Сейчас вроде... Я не помню, честно, ребят, я помню часть
частицы миссии, то есть какие-то части. Я говорю, я просто проходил эту игру, было это действительно где-то полгода назад. Я помню какие-то элементы, в смысле какие-то части игры, куда нужно идти, куда лучше пойти, куда быстрее можно пройтись. И самое хреновое, что еще... О, мы поменяли вот это. Самая хреновая миссия, ребята, которую мы будем проходить, это библиотека. Кто проходил метро, тот поймет, что там в библиотеке. Там просто охренеть, ребята. Я проходил ту миссию, и я чуть... Ну, короче, потом, если дойдем туда, то потом посмотрим, ребята. Ну, миссия такая хреновая, что сдуреть можно. Не то, что хреновая, а напрягает так, что... Просто нереально напрягает вот та миссия. Я ее проходил... Долго и... О, это еще откуда? Да откуда ты стреляешь? Меняю магазин! Вот ты. Кто проходил метро, ребята, тот поймет, что библиотека это сдуреть можно. Ну... Плюс к тому, дабы до библиотеки еще дойти нужно. До библиотеки еще дойти, ребята, нужно. Вот то, что там... Там вот тот... Вот то, что там ждет, какие там монстры ждут, это просто сдуреть можно. Напрягает игра, напрягает эта миссия очень. А его как-то тихо можно убить? Ладно. Эй! Там вроде кто-то... Кто-то был, да? Кажется. Грим. Крысы? Может, конечно, не крысы. А как мне его убить? Что это там? Показалось все-таки. Мы его так оглушим, да? А не убьем. Ну, в принципе, ладно, будем оглушать, если можно. Чтобы зря не убил. Хотя как там, ну, ладно. Оу, чё, автомат сам стреляет? Ох. Так не люблю ходить снаружи, это ещё более страшно так кажется, чем в самом метро. А вот тут я не помню, куда нам идти нужно, если честно, ребят. Ну, походу, нам... Или наоборот, спускаться нужно, или наоборот, подниматься. Честно, ребят, я не помню. Я вот помню, что в этой миссии я тоже долго бродил. А, вот. Нам нужно спускаться, это уже понятно, да? Нашего подстрелили! Потери у нас, потери! Так, все, больше там, походу, никого нету. Несем потери! Ух ты, мы что, уже начали стрелять теми патронами? Потери! Потери! Так. Ну-ка, муляк, а ты допрыгался! Поменяем. Да что там еще кто-то есть? Все, больше никого, то уже перебил всех, кто там только был.
Так, сейчас... Там что-то было или не... Нет, нифига нет. Фух, что тут есть? Патрончики. Да ну нафиг, нам опять сюда. Нам походу... Да ну идите вы. Что, нам реально наружу нужно подниматься? То есть... Не, о, точно, нам же сюда нужно. Тут еще сейчас куча их будет. Тут их еще сейчас куча будет, я помню. А чё я с калаша-то стреляю, если у нас есть... Еще и ночное видение при том. Ну давай. Еще и при том ночное видение. Вот это хреново, это я забыл. Кого убить, кого углушить? Да ты чё вообще охренел? Ты прям меня на врага кинул. Да идите вы, монстретина. Вот ты прям охрененно кинул на врага. Это я забыл, что если вот эти летают, то лучше все-таки от них убегать. Главное, чтобы он сзади не подхватил, а то опять куда-то унесет. Если бы я помнил, куда нам еще идти. Вот, спускаемся вниз. Фу. Тут уже... Фу! Черная станция. Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Ну что, давайте рискнем, ребята. Не смотрите, что у меня там бутылки, и просто реально жарко, пью... Кто идет? Эй, рот красный! Выходи! Тогда не больно убьем! Угу. Вот и Ульман, или кто это? Да. Ну снимайте противогаз, уже нет смысла. А что так долго? И где Павел? Неужели он? Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. А, вот, возьми. Чё? Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. Ух ты, ребят, я даже не знаю. Чё это за пушка? Ну, кажется, прикольная. То есть она скорострельная, это плюс, с глушителем это плюс. Только хреново то, что мы все свои патроны почти что выстрелили. А, нет, не все. Ну, ну ладно. Ну, калашик, наш калашик, ребята. Дробаш не убираем, потому что с дробаша намного легче убивать тварей. Вот снайперка тоже, она прикольная, так как издалека можно убивать. А калаш мы уже и тюнингнули, и это калаш, в принципе. Я не знаю, ребята. Ладно, давайте, если он дал нам эту пушку, то почему... Давайте пойдемте. Так, я видел, тут какая-то ловушка есть. Вот так, а то бы нас стукнуло чем-то. Как семья? По папе скучаю. Твоя пушка. Вот бы нас чем стукнуло твой. Первую ловушку заметил, вторую нет. Ах. Охренеть. Ладно. А что так долго? И где Павел? Неужели он? На, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. А, вот, возьми. Ну, давай. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. Как я?
Так, первая ловушка есть. А вот вторая... Да откуда мне знать? Вот она. Месяц не видел. А теперь мы тут застряли. Точно. Нужно под ноги, ребят, смотреть. Может, тут еще где-то есть. Кому все это сдалось? Ага. А кто будет детей? Я знаю, что для хорошего конца вроде нужно не убивать людей, но... Если я пойду... Это что, я вырубил или врубил? Ребят, если я пойду дальше, то на меня там 100% нападут. А если, а чтобы проходить без того, чтобы убивать людей, это уже просто нереально. По стелсу нужно играть и вообще никого не убивать, а просто как-то пытаться проходить это все мимо них. Но это... Не знаю... Кто здесь? А? Да никого там нету. Ну-ка. Что такое? Это че вообще был? Чувак меня увидел, я еще такой хотел, там же было написано оглушить, да, я такой нажимаю, он вытаскивает зажигалку, тот на меня смотрит, пам! Ну охренеть просто. О, там что, гранаты кинули? Охренеть, я еще так стою, смотрю. Так, главное вот это не спалиться. Тут куча вот этих всех. Все на заплях, ржавая хреновина. Ну вот этих, например, да, этих мы можем не убивать, а можем вот так обойти. Вот. Потому что они, в принципе, нас и не видели. А если вот так, как, в принципе, они стоят и даже нельзя пройти, потому что, можно сказать, они не дают, так как они там стоят, да, то это как-то... Или уж просто нереально нужно пробираться, то есть нереально по стелсу. О, это чё? О, это чё такое? А, это тут точно такой же наш дробаш, просто и по-другому. Ладно. Если и просто говорю, ребята, если они там стоят и их не убивать, то это уже просто нереально. Нужно как-то пробираться, чтобы они нас вообще не заметили. А если вот так... А если вот так, что они там стояли, можно было, конечно, их сзади обойти, но вот туда пойти. А, прикольная пушка. В смысле, несмотря на то, что глушитель, да, она рубает, можно и так сказать. А у нас же фонарик есть точно. Вот, например, тут тоже можно было бы их обойти. Вот сюда забраться и пойти бы дальше. Это... Ну это реально, просто нужно искать, как их обойти, куда пойти и все вот такое. Хотя нам, в принципе, и так туда нужно. Так. По стелсу. Я не скажу, что это игра такая, которую более прикольно проходить по стелсу. Я не знаю, ребята. Для хорошего конца нужно вроде пытаться, ну, не убивать, да, много людей. Так мы отсюда же и пришли. Ну я тебе. Прячется вот так, значит трусит. Это... Нет, это не вот это. А вот что? Это. Ничего, камняка, прячься. Недолго осталось. Куда нам идти? Нам туда. Упс! Еще и граната. Валим. Черт, патроны! Несет!
Ну давай уже! Ах, вот ты чё... Так, ну чё, сейчас нам выбираться нужно, да, вот сюда вроде, наверх, да? О, это чё, а, хотя нет. О, пульки. Слышал раньше историю о метро? Эй, что? Ух ты ж запалил-то так сразу, да? Давайте дальше. Ладно, потопали. Сюда куда-то. По идее, да. Ищи. Вот лучше тут одеть, потому что тут вот это. Походу сюда. Во, то бы взорвалось там все. Лучше люди, чем монстры, пожалуйста. Ну, мне кажется, что людей проще, и они не пугают так, как монстры. Так, это нам... Так, сейчас нам... Показалось ли мы на что-то наступили? Артём, а, вот, братишка, слава богу. Фу. Залезай сюда и передохни. Давай, скоро отлично. Скоро мы будем в полюсе. Едем в полюс, ребята. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. Опять сон какой-то, да? Сейчас нам куда убегать? Или нам... Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо свое, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Твою матушку, да чё вы так пугаете-то? Это ведь единственный выход. Что мы потом будем делать? Трудно описать, что я чувствую, чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился, я доставил послание Хантера в полис, и теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию! Эй, вы на дрезине! Сейчас... Слушай мотор! Не двигаться! Назови
Чё, Тас из фанта... приехать захватить вас. Помню, помню. Помню этот больной момент. Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с Чёрной. Ну ладно, проезжайте. Наконец-то в полисе, слава богу. Полис, офигеть, сколько мы сюда добирались. Ни хрена себе у вас тут пушки. Полис это как бы самая главная станция, по идее. Да. Слава богу, хотя бы сюда добрались. Вот сейчас самое интересное начнется. Библиотеки и всякая вот эта хрень, которая, скажу прям, не очень так радует, когда ты заходишь в ту библиотеку и... Ну там просто как-то... Не то, что страшно, а просто ты не знаешь, чего ожидать, ты не знаешь, что делать просто. Это как-то... Ладно, пошли. В принципе, ребят, я так думаю, давайте уже на этом закончим эту серию. Прибыли мы в полис, наконец-то. Если вам нравится прохождение, если вы хотите, чтобы мы продолжали играть в метро 2033, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.